Всем хаюшки, с вами я, Александр, от канала Mbot, и у нас игра Black Desert Mobile. Вот сегодня первый раз зашел, создал персонаж, создал мага и под названием, под именем Ambot. На самом деле, обычный Ambot был занят, и поэтому, опять же, с тремя иксами, то есть в конце, в начале и в начале, в конце, короче, три икса, все дела, то есть ты видишь аккаунт, как называется, и не спрашивай меня, как меня зовут. Вот, значит, если хочешь добавляться в друзья, добавляйся в друзья, будем играть вместе, будем катать вместе. Это RPG, потом совместные катки, скорее всего, тут будут доступны. Значит, поехали. Здесь быстренько полутаем, посмотрим, повыполняем квесты. Я не буду читать диалоги, это долго. Ты об этом знаешь, не задавая вопрос, почему я не читаю диалоги, потому что это просто-напросто долго. Вот, это тратит время игровое и тратит время наше с тобой, потому что мы же хотим с тобой быстренько посражаться, полутаться, да, и... быстрее надеть на себя крутой доспех, быстрее, там, не знаю, прокачаться в конце концов. А диалоги мы будем читать когда? Когда мы будем играть, если нужно, это будет повторно за какой-нибудь другой класс. Тогда можно будет спокойно почитать диалоги, посмотреть сюжетку, что вообще происходило здесь. Но в данный момент мы упустили уже пару дней, и так как я был работал, и поэтому я два дня ничего не писал по этой игре и не играл. Вот, поэтому, ребята... Сегодня начинаем играть, да, и вечером я сегодня запущу стримчик, поэтому игрового времени я уделю этой игре мало, то есть минут 15, я думаю, достаточно будет. А стримчик будет сегодня в 16:30 по московскому времени, ребятки. 16:30, не забываем зайти и будем вместе играть, да. Вот, значит, что у нас? У нас вот, выполняем квестцы. Кстати, по поводу, я нахожусь на Европе и сервер Дельфи. Поэтому, если что, добавляйся прямо сегодня туда и вместе покатаем, поиграем. Так, нажимаем, что у нас выполняются какие-то квесты. Мы выполняем какие-то задания, да, то есть получаем какие-то награды, плюшки, ништяки. И посмотрим, класс маг у меня, на минуточку. Я не буду читать диалоги, да. Мне интересно, честно, прочесть, но я не буду это делать, потому что это занимает очень много игрового времени. Когда ты хочешь прокачаться и хочешь ты посражаться, то есть быстрее, скорее, то есть диалоги, они тут неуместны будут. Мы, значит, порубили какую-то капустку, я не знаю, набрали каких-то листочков и ходим дальше. Ты задашься вопросом, особенно если кто-то новенький, почему же именно мобайл-версия? Почему не обычный Black Desert, который был? Блин, ну, у меня контент такой. Я играю в мобильные игры, мобайл. Вот, поэтому вот так вот. Значит, что у нас? У нас пчелки-паразиты. Я не знаю, что с ними делать, но мы просто ударяем, и все готово у нас. Все собирается, все убивается. Так, получаем мы сейчас кинжал, давайте посмотрим. Это наше оружие, на самом деле. Мы так играем, как за мага, да? Мы получаем, значит, мы пользуемся посохом и кинжалом, то есть мы пользуемся магией. Нажмите вот сюда, нам предлагают нажать. У нас, короче, новый какой-то клинок появился, и мы сейчас его... усилили, то есть, ну, одели, скажем так, другое, посмотрим, что у нас. Здесь также есть автоприцеливание, да, это ты чё, кто? Ты хочешь меня побить, что ли? Отвяжись, женщина, не надо. Ты меня лечить должна, ты же хил, типа того, что... Вот, все дела там, я не знаю, я не помню, как этот класс называется, который рядом со мной бегает, но она типа лечит, она типа лекарь, пекарь и аптекарь, все сразу вместе. Так, лисы, вы чё-то какие-то странные лисы, но окей. Не суть важно, что нам надо сделать-то? А, любитель рыжего меха. Мы уже, по-моему, набрали меха. Очень-очень много. Значит, что у нас выполнилось? Дальше что мы можем? Процесс... чего? А, во. Не туда нажал, на самом деле. Я думаю, что за дичь? Что за дичь? Так, здесь... А здесь какая разница? Здесь те же лисы ходят. Ну, окей. Ну, давай. Опачки, влево-вправо, атакуем. Эй, лисы, отвалить от меня. Они кусают меня уже, они меня уже кусают. Так, а что-то они мощные тут какие-то вроде пошли, нет? Так, что у нас? Готово, да, пещера лис, мы это дело зачистили. Вот, и отправляемся мы дальше. Дальше. То есть, яростный кабанов бить. С лисами покончено теперь. Так, также я вижу, да, есть мини-карта, враги указываются красными точками. Есть также... автонаводка, да, куда нам нужно бежать, и это классно, на самом деле, потому что если нет автонаводки, это очень печально для RPG-игр, ты будешь блуждать по этим здоровым картам, если никаких нет подсказок, это просто ты будешь дичайшее время терять свое, и это будет очень плохо.
Значит, что у нас? У нас вот эти вот кабанчики, вот эти хрюшечки, свинюшечки, и надо их побить. Посохом, кстати, я тоже могу бить, довольно-таки успешно, Эй, хватит меня катать на себе, на рогах. Смотри, что он делает. Мне на рогах катал. Фу, таким быть. Нет, надо, не надо. Че у нас там? У нас еще что-то не выполнено. Короче, надо бить их, бить. Так, что у нас? Эй! Кабанье, отвалите вы от меня. Так, погодите. Фу-фу-фу. Я не добил старых и начал бить новых. Это не есть хорошо. Так, здрасте, девчулина. Кстати, я еще ни одного парня не встретил в игре. Я вижу только девчонок всяких разных, а вот парней я что-то не вижу в игре. Как будто парней тут вообще не водится. На этом сервере, да? То есть одни девчонки будут отжигать. Ну, тоже неплохо, почему бы и нет? Пускай девчонки отжигают. Значит, у нас охотник на кабанов выполнил вся квестец. Давайте отойдем в сторонку. На меня агрятся кабанчики, мне не нравится. Цепись от меня, да что ж ты будешь делать-то? Так, все, минус кабан. Давайте посмотрим. Мы здесь что-то можем горное дело какое-то добыть. Давайте сразу. Пока у нас горит, мы возьмем что-нибудь, лутанем здесь, потому что, блин. Добыча чего-то там. Мы нормально, кстати. Давайте еще вот это добудем, я не знаю. Потому что вдруг нужно будет квесты выполнять, надо бежать, а мы тут раз, может, нам и засчитают сразу, что выполнены квесты. Так, давайте яростные кабанов, мы доделаем все-таки квест, потому что мы немножко вперед начинаем забегать. У нас доспех, кстати, какой-то дали. Питомец, чего? Так, любите щенков, кошечка, могу чего-то там. Покормить за место вас, чего, близкие друзья, покорми животных. Так, давайте сперва оденем одежечку. Каких животных покормить? Лис и кабанов, что ли, которых сейчас мы только что били? И ничего не понимаю. Какие кошки, какие собаки? Ведь о чем? Ну, давайте посмотрим. По крайней мере, они нас уведут. Выполнить чего? Хлеб. Хорошо, ладно, хлеб. Почему мы хлеб засовываем в землю? Странная какая-то дичь творится. Так, хорошо, ладно, нам дали экспишки. ХПшки, конечно же, бутылечек. Вот, и это довольно-таки неплохо. Хлопотные друзья. Так, стоп. Собачка. Мы приручаем, да? А кого мы выбрали-то? Я хотел кошечку, мы неужели собаку приручили? Блин, ну реально, походу, собаку взяли. Я хотел кота. Нам дали собаку. Я не знаю, я выбрал нечаянно собаку. Ну, что теперь делать? Будем с собакой ходить. Вот тебе собака, блин. Посик, можно я тебя поменяю? Случайный мещинок. Да, аюрт. Да, пускай будет аюрт, какая разница. Мне все равно не хотел его. Я хочу кошечку, дайте мне кошечку. Так, клан. Что, клан? У меня клана нет, я пока это. Ребятки, кто хочет меня принять в клан, пишите тоже в комментариях. Вот, ну или на стримчике можете со мной пообщаться. И да, и в принципе... пригласить меня в клан, мы это, наверное, этим займемся. Так, мы получили новый навык. Побежали. У меня есть песик. Я не знаю, он будет меня защищать, видимо. Потому что кошка бы меня вряд ли бы защищала. Она бы там замурлыкала бы до смерти бы всех врагов. Ну, блин, укусить она, наверное, так бы никого не смогла. Ну, хотя могла бы поцарапать кого-нибудь. Ну, окей. Собаки, наверное, больше толку, поэтому. Нам повезло, скажем так. Нам дали джекпот, нам дали собаку. Вот, я себя утешаю, да. Ты правильно понял. Что у нас здесь? Ты можешь получить более подробную информацию о чем-то там. Ладно, неважно. Я не хочу все это читать, реально. Единственное, что просто не забыть, как это все делается потом, потому что... Ну, если что, ты мне подскажешь. Я знаю, что ты добрый, и ты мне подскажешь, если я что-то где-то забуду, направишь мне в нужное русло, дашь мне немножко опыта, да, в игре, то есть там скажешь, вот надо то-то надо было сделать, а ты вот забыл и не сделал. Так, у нас атака кабанов. Опять кабаны, да что ж вы, кабаны какие-то. Чего? Недоступна атрибуция какая-то. Окей. Где кабаны? Я готов. Кабаны. Защитить ферму от кабанов. Вот ж кабаны. Собак, атакуй. Или вот этот черный дух. Вот черный дух вообще всех испугает. По идее, можно было... А откуда атака пойдет? Вот здесь, как я понимаю. А где кабаны вообще? А, у нас мини-карта, вот она показывает. Кабани, блин, вы что тут делаете? Я думал, атакуют они нас там, а они атакуют наш огород. Да что ж такое-то? Не надо, фу-фу-фу, таким быть. Не надо, нехорошо. Так, ну что, мы все отбились.
Там уже съели половину, пока мы тут бежали, а так, в принципе, норм. Так, ладно, поехали, поехали сюда. А, не, вон туда показывают, вот сюда показывают там, вот сюда, в этот огород. Этот огород атакуют, я застрял в калитке. Это плохо, я застреваю когда. Кто меня ударил? Свиньи, отвяжитесь от меня. А какие они кабаны, они же свиньи. Они меня на рогах катают, на клыках. Рогатые свинюшки. Так, окей. Че, все здесь норм? Ну, вроде бы норм, не знаю. Наверное, норм. Так, отцепитесь от меня, отцепитесь. Почему у этого класса нет какого-нибудь отпрыгивания в сторону? Был вообще им было так раз, и хоп, назад отпрыгнул. О, кстати, а что это такое? Об усилении. Черный дух, кстати, он первого уровня. Я чуть даже не знал, что он с нами, типа, как экипировка идет, да что ж свиньи. Пока я смотрел на духа, мне, короче, свиньи атаковали прям вообще жестко и затарали мне куда-то в калитку в какую-то. Так, поехали. Свинячичи, вот свинячичи. Какие они кабаны, они просто свинюшки дикие. Так, ок, все, ок. Да еще кто-то остался, да? Ну, нате вам, нате вам, нате! Нате! Где у меня хпшка? Я ничего... А, вот хпшка внизу, то есть у меня с хпшкой наполовину. Ок, норм, еще живой. Так, что у нас, все, да? Все вроде бы типа показывает нам подойти сюда. Да ничего себе! Вот это жесть, конечно, вот это же жесть. Вот это вообще жесть. Так, ну тут нам вроде кто-то помогает, Ганс какой-то. Норм. Вроде бы все, зачистили их. Хорошо, там он пишет там. А, они, короче, типа с нами теперь. Ну, окей. Защищаем, защищаем. То есть это боевая единица наши. Две штуки, которые будут атаковать нам, помогать свиней. Ничего себе. А что со свиньями-то случилось? Они что, мутируют или что? Что они такие кучные-то стали и атакуют нас просто? Кто ими руководит? Оу! Вот это мне вжарило свину, свирепый кабан ими руководит, я все понял. Я все понял, но мы сейчас его победим уже, Если меня не победят, вперед. Ну кто-то меня подхилил, кстати. Кто-то меня подхилил, спасибо, пацаны. Они меня реально подхилили, потому что ты видел, у меня хпшка просто начала проседать. И потом раз, кто-то меня взял и подхилил. Ну может, конечно, здесь есть автохил, я не знаю, бутыльки сами используются, я не посмотрел. Может, там на каком-то определенном моменте стоит автохил, и если там осталось 10% хпшки, то раз, и бутыль автоматически активируется. Может, конечно, это оно и так работает. Ну, либо просто кто-то меня подхилил. В любом случае, спасибо игре. Так, здесь у меня восполнили полностью мои здоровья. Мы, типа, подлечились и пошли выполнять дальше квестцы. Так, ну давайте, наверное, еще сделаем один квест, и на сегодня все. То есть, до стрима, да, стримчик вечером. Ты уже запомнил это дело. Так, у нас новый титул, давайте сразу же поюзаем титул, что такое он дает. У нас он, не знаю, что-то дает, короче, давайте в колодец спустимся, посмотрим там, что там. Починим ли его кошмар Эммы. Ну, окей. Дали нам ожерелец какой-то, хпшечек дает, который. Ну, в принципе, неплохо. Так, волчий вой, давайте последний квест вот этот, потому что ковыряние в колодце, это, я думаю, не совсем можно засчитать за квест. Это такой быстрый очень квест был. Вот, а вот сейчас волчий вой как раз мы попробуем... Повыть с волками, а что делать еще? Так. А тут ни одного волка нету. А погодите, давайте-ка разместим. Разместим. Так, ну и в принципе поехали, поехали. Я не знаю, буду ли я играть до стрима, или я оставлю игру и с тобой буду играть. Не знаю, поиграю ли я сегодня, не поиграю в нее. Посмотрю, честно, я не настроен ничего тебе сказать на данный момент, потому что сам не знаю, как все пойдет. Будет желание, поиграй. Нет, если что, я, может, поиграю в какие-то другие игры, чтобы больше уделить времени потом, например, этой игре. То есть, такое тоже возможно. Может. Так, у нас 10 волков надо убить. Я вижу, мы выполнили только 9, и все, у нас волчий вой выполнен. Мы сейчас добьем вот этих волков, потому что они на нас агрятся, просто агрятся. Все. Значит, забираем лут, забираем, что у нас, награды, и удар кинжалом низкое нам дают. А волки что у нас, типа, будут есть сейчас, нет? Нет, вроде они стоят, нормально, собаку тоже не трогают. Ну, окей, то есть вот как-то так вот. А, кстати, смотрите, заметил, что здесь еще можно добавить животных, да? То есть вот, я хотел уже попрощаться с тобой, но я заметил несколько вещей. То, что здесь есть добавочные животные какие-то, которые можно еще добавить, там коричневый кот еще, то есть его можно купить по факту.
У нас есть только серебрушка, и давайте быстренько сейчас разберемся, пока посмотрим не только, да, как бы боевочку, а вообще посмотрим, что тут есть. Ладно, собаки это, конечно, хорошо, нам давали такого щенка непоседу, то есть нормальный красивый щенок, пусть будет он пока с нами. Здесь что у нас быстро происходит? Получить награду, то есть мы можем... Награда за 30 минут вход, малая хпшечка. Давайте сделаем, получим прежде всего. Здесь у нас получается второй уровень 60, и здесь вот всякие такие награды. Не знаю, что это такое на самом деле. Это, скорее всего, для усиления оружия, для усиления брони, какие-то вещи. Вот, ну и тому подобное. Значит, что у нас? У нас есть какой-то подарок. Давайте посмотрим, что дающий подарок, потому что я сделал, возможно, предрегистрацию, возможно, за предрегистрацию дали какие-то полезные ништякосы. Я, ребятки, стараюсь не пропускать игры, которые, ну, по крайней мере, которые, не знаю, в которые хотя бы вы играете. Потому что есть игры, которые выходят, там мало кто играет, я понимаю, что играет единицы и не играет в такие игры. Пропускаю их. Хотя я в них тоже регистрируюсь. Так, значит, у нас акция Amazon Prime. Amazon Prime. Здесь, короче, придется, наверное, зайти, зарегистрироваться на Амазоне, как обычно, то есть я уже знаю. В KOF All Stars там тоже такой же ивент был, по-моему, или еще в какой-то игре, то есть там регистрируешься. Здесь, короче, день доступно получить награду. Давайте посмотрим, что нам дадут. Дадут нам монетки. Здесь что у нас еще есть? У нас есть журнал отметок в честь запуска. Давайте здесь тоже посмотрим, что это такое. Нам дадут какие-то чесноковины. Семена чеснока. Да, чеснока. Чеснока, а почему чеснока? Здесь у нас что? Сундук с лошадиной эмблемой поколения. О! Здесь, походу, при использовании вы можете получить дикую лошадь второго поколения. Доступно только при наличии лагеря. То есть мне нужно еще будет раздобыть какой-то лагерь, и чтобы вот это был конь. Это хорошо, на самом деле, потому что я не люблю передвигаться пешком, и всегда я, когда играю в RPG-жанр, я стараюсь максимально ускорить своего персонажа, чтобы он передвигался быстро, чтобы я качался быстро. А иногда приходится из-за этого донатить, то есть, чтобы быстро все это делать, нужен донат, чтобы какие-то бонусы в передвижении, там, телепорты были, тому подобное открыто. Что еще у нас здесь есть? Значит, у нас задания горят какие-то. Давайте посмотрим, получить награду, что у нас здесь горит. Быстренько получаем награды, вот эти вот все. Испытания тоже, давайте посмотрим, что в испытании тоже дают нам какие-то награды. Все, что я сейчас получил, если у тебя есть ответы на все, что я получил, можешь прямо написать короткий комментарий, я буду очень тебе благодарен и очень рад прочесть его. Комментарии я люблю читать, в отличие от диалогов в играх. Дальше что у нас горит? У нас еще горит что-то, давайте знания, я не знаю, что такое. Знания, продолжить обучение. Нет, отмена. Давай. Задание. Задание получить награду. Вот это я получу. Окей. Давайте я сейчас немножко разберусь и... А, вот, кстати, вот я нашел. Вот, походу, нашел, да. Значит, здесь вот какие-то у меня палки есть, там оружие, что-то еще. Чеснок. Клан. В клане можно засадить весь клан чесноком и будет все четко. Открыть сундуки, все сундуки. Блин, ну... А, сундуки. Вот, короче, сундуки, давайте, черный дух, 100-й уровень. Сундук с черной энергией могут быть автоматически погашены черным духом. Офигеть. Ну, какая-то жесть, конечно же. Так, ну давайте попробуем, посмотрим, что у нас. Начинаем вот с этого. 500 тысяч, 1 миллион, да, давайте вот этот. Нет, давайте сейчас, давайте я сделаю вот так, сделаем интригу. Посмотрим. За 500 тысяч, что было, выбрать все, открыть все сундуки. Так, здесь мне дали, получается, корм, который вы можете утолить голод вашего питомца при покормлении, восстанавливает 30 единиц сытости. Окей. Дальше что у нас? Давайте быстренько так убираем, смотрим просто. А дальше у нас открываем. Это получается, здесь у нас дается зелье восстанавливает 10 единиц энергии, максимальный показатель энергии может быть повышен. Так, это было за миллион, давайте забираем тогда за миллион. Дальше что у нас? У нас открываем сундуки, вот это сейчас убираем, хоп. Вот это что у нас за миллион, за 1,5 миллиона, короче. Окей, давайте откроем, смотрим. За 1,5 миллиона вы открыли предмет. У нас при использовании вы можете получить серую лошадь первого поколения. Доступно только при наличии лагеря. Что такое лагерь, ребятки? Вы мне скажите, где мне его взять. Вот, и я призову тогда лошадочку. Хотя бы какую-то первое поколение. Я понимаю, что это слабенько, но... Блин, это круто в любом случае, потому что бесплатные халявные подарки, особенно типа лошадей, это круто. 2 миллиона, давайте откроем, смотрим, что у нас. 2 миллиона у нас атака плюс 5, защита плюс 5. Волшебница Вердон, получается, у нас. Вот такой вот этот. Мы сейчас экипируемся, все, потом такой инвентарь. Да, ну давайте попробуем инвентарь сразу же. Здесь, кстати, что-то у нас горит. Горит. А, вот они, кстати, подарочки, да, можно, то есть, отсюда попробовать так раз. И сделать сразу же вот так вот. Подарочные 2 миллиона 500 тысяч.
фрагментов памяти использовать. Да. Здесь мы получаем, что позволяет провести восстановление слежения с восстановленным усилением еще раз. С восстановленным усилением. Не понимаю. Честно, не понимаю. Это что у нас такое? Выбрать. Используем предмет. Окей, 3 миллиона. Здесь у нас декоративный доспех для лошади повышает вместимость инвентаря лошади на 50 лт. Офигеть! Это реально круто, это реально топ. Мне нравится скин, кстати, который будет у нас. Это топчик. У нас есть также лошадка, я не знаю, сможем ли мы ее призвать. Значит, подарочный сундук за достижение 3 миллиона. Поехали. Вау! 3 миллиона, что это за книги? Так, ускорение времени низкое. Учебник мастерства низкий используется для усиления навыков. При использовании позволяет увеличивать очки навыков ускоренного времени. Я не знаю, что такое, если честно. Мастерство посох. Короче, ладно, это я понимаю. Скорее всего, прокачивать свои умения. Все вот эти вот открылись. Здесь что у нас здесь? Подарочный сундук 4 миллиона. Можно зайка-зайка украшение какое-то. Можно купон смены навыка связи, навыка лошади, куриный суп. Я бы хотел, конечно, самое первое, зайку-зайку украшение получить. Это было бы интересно. Давайте попробуем, посмотрим. Да, 4 миллиона откроем. Это, короче, все нам дают. Это все дают. Зайку-зайку нам дали. Главное, зайку-зайку дали, а остальное не важно. С палитрой. Здесь что у нас с ресурсами. 30 единиц железной руды, медной руды, оловянной руды, хлопка, рами. Также коконов, шелкопряда, легкой древесины, упругой древесины, мягкой древесины. Значит, вот так вот. Окей. Короче, все мы получили, все, что там было перечислено. Вот, по поводу лошадки. При освоении вы можете получить серую лошадь первого поколения. Доступна только при наличии лагеря. Где этот лагерь выбрать? Вы не можете использовать данную, потому что у меня нет лагеря, да? Ну, короче, я понимаю, лагеря нет. Это, скорее всего, возможно, нужен клан или еще что-то. Еще что-то. Так, а это костюмчики, да, всякие? Да, кстати, открываются. Открываются ладушки. Давайте посмотрим, что у нас, как мы стали выглядеть. И, наверное, на сегодня закончим. Потому что это можно как бы долго ходить. Что у нас зайка-зайка? Нет, у нас зайка-зайка, кстати, нет. Не активировалась почему-то. Вот, ладно, ребятки, давайте оставим все как есть. Я похожу, посмотрю, может, еще и поиграю. Вот, и если какие-то есть ответы, где взять вот это вот, что призвать загон для лошадей, где его взять там, или как он называется. Напиши мне в комментариях, потому что я честно хочу призвать лошадь, а мне это дело не дают сделать. На сегодня, ребятки, все, встретимся на стриме. Всем, ребятушки, удачи, всем пока-пока.